конечно, такое повальное курение, особенно когда начинают дети курить или курят женщины, которые там рожают детей, кормят их, это ужасно, потому что это сказывается просто на здоровье нации. Но борьбу против курения постоянно только запретами и штрафами и удорожанием курева нельзя лечить. Надо привлекать, скажем, молодежь к спорту. Те, кто занимается спортом, уже сами не курят, берегут свое здоровье. Вот такие вещи надо пропагандировать. А с моей точки зрения, выгонять людей курить на улицу, при том, что климат у нас, прямо скажем, очень не такой суровый, он по большей части территории нашей страны. Это просто нельзя, потому что это опасно. Люди выходят курить, и мало того, что они курят, они еще будут там воспаление легких подхватывать, ангины всякие. Это нельзя так делать. Надо устраивать все-таки место для курения внутри здания, исходя из наших климатических условий.